have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Мы сегодня будем смотреть на вот эту игрушку. Мне очень хочется, чтобы это было наше следующее прохождение. Так что сейчас посмотрим по первой серии. Я еще ничего не выставлял. Меня просто закинули в первоначальный экран, и тут сразу дают выбор сложности. Пойдем мы на нормальном. Министерство прямого вещания. Я бы хотел, наверное, язык выбрать. Может быть, нам потом это разрешать. Ай. Что-то они опаздывают. Если хотите, чтобы они приехали быстрее, нажмите F. Сегодня слишком холодно. Обычно холоднее, чем обычно, сэр. Почему вы здесь, Марселло? Почему вы согласились, стали добровольцем? Мой офицер заставил меня стать добровольцем. Так. Кажется, я вас вижу. Так, я ценю, что вы здесь. Вы уверены, что они же близко? Не могу быть уверен, сэр. Нам нужно починить глаза. Я вижу грузовик. На этот раз ты уверен? Да, сэр. Я буду у себя. Извините, что спрашиваю. Это не сортированный? Да. Направь их ко мне. Без понятия, что такое сортированный, сортированный, фильтрованный, нефильтрованный. Ну, ладно. Я же говорю, я хотел вообще-то изменить язык, потому что, как вы знаете, синхронный перевод это прям не мое. То есть я могу... О, стоп. Там, кстати, наверное... Что? Эй, тощий, хорош флексить и двигай дальше. Извините, просто хотел сделать красивый выход. Это не тюрьма. Перестань оправдываться и вали отсюда, они тебя ждут. Да, сэр. Привет, я опоздал. Извините, водитель был... Вовремя, а ты опоздал. Иди за мной. Он вот так на ходу прерывает. Добро пожаловать на стенное шоу, где все твои желания сбудутся. Спасибо, что пригласили меня. Ты тут весельчак. Так, это мы отметим. Ты слишком ленивый, чтобы читать. Нажми F, чтобы скипать диалоги. Ну, ладно, двигаем дальше. Почему ты что-то там выиграть это шоу? Так, погодите, я уже сбился. Чтобы люди могли обратить на меня внимание. Но ты же рыжий. Да. Вас же меньше 2% популяции на Земле. Извините, я не улавливаю. Протагонист не улавливает той иронии, что у него нет души. Что? Да ничего. Зачем? Почему вы хотите победить? Увидеть свою семью и моего отца. То у тебя будет разрешение только на одно пересечение стены. Не успевай. Так, кто? Он живет с нами. Кто? Мой отец. Почему вы тогда исключили его семьи? Мы не исключали. Проблемы с батей. Ты знаешь, что ты можешь быть покалечен? И это все на твоей собственной совести будет. Да, знаю. Ну, отлично. Так, а шоу? Ты не будешь принадлежать ни одной из групп. Ни копам, ни гражданским. Нужно тебя протестировать, чтобы понять твою роль. Завтра будет первое испытание. Только полицейским будет разрешено ходить вокруг, тебе понадобится. Так, давай быстрее. Чтобы открыть дверь, нажми F. Они офигеть, как быстро говорят. Хорошо вещание. Это что, какие-то голодные игры, что ли?
Что происходит? О, это я уже управляю. Это уже я управляю. А... Сейчас, погодите, ребят. Ну что ж, я сделал небольшие изменения. Во-первых, все-таки, да, оно все переставляется на русский. Отлично. Чтобы нажать... Что, нажать F не получается? Ну да, они тут еще и стебут меня за это. За нами цветок на столе следит. Следил до этого, во-первых. Во-вторых, знаете, в чем прикол? Скорость диалогов. Тут есть скорость диалогов, да. Так вот, я до этого сказал, что они слишком быстро говорят. Скорость диалогов была выставлена на медленные. Это были медленные диалоги, я выставил на самые медленные. И также сделал немножечко потише. Посмотрим, как это все будет. Знаете, настройки всегда настройки. Я сейчас... Ну, я могу прыгать. Могу прыгать вперед, могу прыгать на месте. Супер. Shift. Да, я могу бежать. У него тормозной след такой. Доброй ночи, сэр. Доброй ночи, сэр. У вас есть пропуск? Точно, пропуск. Вот он. F это полный пропуск диалогов. Я не буду нажимать. Номер комнаты. Восьмая комната у нас вроде, да? 8, да. Спасибо, пропуск подтвержден. Твоя комната рядом... Прям за мной можешь идти. Спасибо. Я бы... И все, мне нужен был пропуск, чтобы пройти вперед на пару метров. Правило есть правило. Ну что ж, логично. Без них мы были бы как животные. Ох уж эти рассуждения про правила. В постель. Мы все видим, мы все слышим. Сверху лозунги. Я бы хотел, например, пробежать в эту сторону. Что здесь? Кажется, я двигаюсь не в том направлении. Я понимаю, но... Но тут есть снеговик. Уходи, или будем стрелять. Ну, это понятно. Мне хочется поисследовать. Буду как Халк передвигаться огромными прыжками. Итак, мы внутри. F. Привет, мой сосед Джо. А я... спишь на верхней койке. А, я тоже устал. Дорога была длинная. А из водителя у меня проблема возникла. Так, по-моему, тут всем пофиг. Мы опоздали. На самом деле, не мы. Спокойной ночи. Типа, заткнись и иди спать. Доброй ночи, сосед. Какие все приветливые. Просто офигенно. День первый, среда, оценка. Что значит оценка? Это как я... Комнату или что? Так, мы спим. Круто. На секундочку буквально нажал паузу, а он проснулся. Так, где мои ботинки? Я же их тут оставил. Бедняжка, ботиночки потерял. Может, Джо знает, где они. Так, спрошу его, когда увижу. Сейчас, ребят, секундочку. Последнее предупреждение. Всем участникам проследовать на арену. Твою за ногу. Я еще тише сделал. Но я без ботинок. В ботинках нет необходимости... А, меня слушают. Я босиком, босиком. Холодно, холодно, холодно. Держите shift, чтобы... Да, это я знаю. Это я уже вчера догадался. Ну, давайте мотнемся. Ух, снег-то холодный. А что ты делаешь? Ты уже на арене должен быть. А она в другом конце лагеря. Ёлки, я что, не в ту сторону побежал? Направляйся туда. Ладно, если выход там, казарма тут. Да, видимо, нам сюда. Тут нас основам паркура учат.
Урона от падения я пока что не вижу. А в следующий раз лучше... Возникли проблемы с эфиром. Что, блин? Я утонул? Держите shift, чтобы бежать. А, все, я понял. О, одинокие ботиночки. Заберу к себе. Давай. Размер не мой. Черт, я хочу эти ботинки. Я понял, я просто прыгнул на лед. Это была проблема. А там, кстати, началось. Дернуть оранжевый рычаг. Спасибо, я понял. А, коллекционки, которые мы будем собирать в этой игре, это ботинки. Теперь мне кажется, я, кажется, начинаю понимать, почему. Опа! Ага. F. Никак. Я пока что не до конца понимаю интерактивность объектов некоторых. Ага, это меня не убивает. Значит, как в той поговорке. Все, что не убивает, мутирует и пытается еще раз. Опять этот шум. Офигеть. Спокойно, мальчик. Нельзя шуметь. Это просто куча крыс. Они крыс расстреливают. Они уже мертвы. Как мне ползти? Не нравится мне все это. Мне тоже. Ctrl. Alt. X. Ну... Ни одной крысе не проскользнуть. Ты погиб. Ворона очень оптимистичная, я понял. Как мне проползти? Видимо, ползать я не умею. Или меня пока что не научили, я так и не понял. Было бы логичнее проползти. Спасибо, показали мне. Почти у цели, прыгайте с разбега. Это я тоже понял. А мне интересно, что там внизу. Смотрите. Смотри, человек, ботинки прям для тебя. Ух, ну и вонь. От тебя смердит не меньше. Я не зря сюда спустился. Я не могу их подобрать. Я так понимаю, что я буду всю игру в поисках ботинок своих, да? Ай-яй-яй-яй-яй, как больно-то! Для тебя смерть постоянно. Не долетел, ногу сломать можно. Опа! 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 Нет! Фух. Жесткая посадочка. Это да. А я должен был... Блин, я должен был там с разбегу. Так, еще раз про ботинки мне говорить будут, нет?
Да, ясно. Значит, не сохраняется. Блин, жаль. А где можно? А, вон, смотрите, ботинок собрано 2 из 18. Отлично, да, вон те оранжевые на улице и эти мне засчитались. Значит, ботиночки здесь абсолютно коллектабл. А это говорит мне о том, что, скорее всего, я таки не найду ботинки до конца игры, или как раз только последние, которые я найду. Нормально, добежали. Это почти закончил. Этот почти закончил. Ну что, на обед? Ага, пошли. Так, тут все. Так, добро пожаловать на вторую арену. Пора немного включить голову. Ха. Ха. Там крыса в вентиляции, если что. Вот дерьмо. Мои ботинки в той шахте. Не, мне не засчитали. Попрошу уборщика их достать. Не засчитали? Нет, те ботинки мне не засчитали. F? Беги, Саня, беги! Фелиция, шаг вперед! Беги, Фелиция, беги! Ясно. Я отправляю людишек куда-то. И что? Холодно, холодно, холодно. Пора включить голову. А, еще один решил мне устроить. Когда все закончится, убирайся. О! Ух ты ж. Маленький кран Пита. О, нет! Нет! Я уже видел, куда это идет. Откуда? Не сначала же? Фу, хорошо. А, да? Так, ладно, это я им мостик опустил, да? Хорошо. И что мне это даст? Кто-то из них пойдет и убьется? Окей. Ой, больно. А, я не успел прочитать, но у меня вылезла ачивка «Мостик через проблему». То есть я должен их всех убить? Ну, давайте. Делать. Сколько мне надо людей там? Второй. А, мне то есть троих вполне хватит. Фелиция, шаг вперед. Простите. Простите. Ты следующий. Ха-ха-ха. О! Есть. Я долетел. Да ты издеваешься. Я должен был это перепрыгнуть. Откуда?
Черт, это было жестко. Ботинки в вентиляции. Интересно, мне оно засчиталось, не засчиталось. Добро пожаловать на третью арену. Надеюсь, ты не боишься темноты. Так-то я бы, наверное, не хотел бы. Так, Danger. Оно вниз сейчас... Что за... Дерьмо, мне жаль эту крысу. Опять застрял, что? Да! Я частично понял. Что за треск в ушах? Я не знаю, ребят, вы это слышите? Сейчас, секунду. Я не знаю, что за треск и с чем это связано. Туда Danger, туда Exit. Куда мы пойдем? Ёлки-палки, вы что, издеваетесь? Крысы с неба падают. Твои, что это еще? Почему я... Сердце колотится бешено. Почему я пошел туда, где Danger, а не туда, где чертов Exit? За ногу твою! Я поздно увидел... Передавай привет бездне, да. Я поздно труп увидел. Я не знаю, что это за треск. Я не знаю, ребят, как это будет потом на записи. Привет, Борис. Здорово. Тебя тоже выбрали, значит? Роль тебе уже назначили? Ага, я гражданский, а ты? Мне еще не назначили. Ну, приятно побездельничать тогда. Ну, спасибо, надеюсь, скоро получишь роль. Борис, бритва, Борис, фиг попадешь. Там ботинки вообще-то наверху. Мне нужно эту собаку... Прости, Борис. А как я тебя не раздавил? Ты мне не подскажешь? Он меня за ноги так цапнет или нет? Блин, фишка в том, что я не могу сразу спрыгнуть. Я думал, я эту собаку раздавлю чем-нибудь. Он так не получается. А докуда она доходит? Да я же ж нажал же Shift же ж! Я хочу собрать эти чертовы ботинки. Вы чё?
Куда эта собака идет? Она идет до конца лифта, что ли? Нет, она идет дальше. Получается, мне нужно спрыгнуть за собакой. А на каком расстоянии она меня слышит, интересно? Потому что сейчас спрыгивать опасно. Там нужно... Ну, прыгнул же! Не беси меня. А, так. Давай посмотрим. Я, в принципе, понимаю... Вот это управление сделано иногда немножечко... Ну так, привет, Борис, пока, Борис. Извини, пожалуйста, но ты будешь загрязнен. И даже не совестью. А если я тихонько спрыгну? Она меня все равно замечает. Так, а как тогда? Ну, я, конечно, могу не брать эти ботинки, но смысл тогда? Насколько далеко эта собака уходит? Давайте посмотрим. Когда она проходит этот вентилятор? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 секунд, то есть где-то через 5 секунд после того, как она заходит за вентилятор, нужно бежать. Раз, два, три, четыре! Не, пожалуй, не. Ну, как бы я понимаю, что это можно сделать, но я не буду это делать на запись. То есть столько провозиться. Я эту собаку могу вообще увести нафиг отсюда. Да, ботинки я не возьму. Извините, ребят. Это мои первые официально пропущенные ботинки. Хорошо, весело. Хаста ла виста. Да ешь, я же видел, но я видел. Они, кстати, сделали буквочкой R рестарт. Как в хотлайне, типа. Ты шутишь, да? Дай! Ну оно же... ясно. Извините. Так, нет, так не получится. Ну, можно R сразу, кстати, нажимать. Ух. Опять эта тупая крыса меня убить пытается. Хорошо, заканчиваем. Так, тут все вроде как. Третий уровень заканчиваем. Поехали наверх.
Зачем я так? А я уже могу ходить. Воу. Опять? Серьезно? Все, ребят, давайте тогда на этом заканчивать. Примерно вот так. Не знаю, мне пока очень сильно нравится. У меня вначале были немножечко сомнения, рогалик это или не рогалик. Но пока что это все выглядит именно как игра. Поэтому давайте увидимся в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, добра. Всем ладушек. И всем покеда.